JASO – Japanese Automotive Standards Organization, японская организация по стандартизации в области автомобилестроения. Четырехтактные двигатели мотоциклов и бензиновые ДВС начинаются с буквы M. MB – малый коэффициент трения, нельзя использовать в мотоциклах с мокрым сцеплением. MA1 – средний коэффициент трения, мокрое сцепление, малые нагрузки. MA2 – высокий коэффициент трения, спортивные мотоциклы, большие нагрузки. Для дизельных двигателей DH1. Для дизелей при использовании топлива с содержанием серы более 0,5%. DH2. Для специальной и коммерческой техники, которая работает в тяжелых условиях. DPF-фильтры, каталитические нейтрализаторы содержания серы, топливо не должно превышать 0,005%. DL1. Остальные легковые автомобили, внедорожники, DPF-фильтры, каталитические нейтрализаторы, содержание серы не должно превышать 0,005%. Для двухтактных двигателей начинается с буквы F. Чем дальше вторая буква от начала латинского алфавита, тем более высоким требованиям удовлетворяет продукт. FA. Для развивающихся стран. FB удовлетворяет минимальным требованиям для использования в Японии. FC бездымное удовлетворяет средним требованиям для использования в Японии. FD бездымное удовлетворяет наивысшим требованиям для использования продукта в Японии.